Первый понедельник июля глава Верхнеуральского района Сергей Яйбулатов провел расширенное аппаратное совещание. Участниками стали главы поселений, начальники управлений и отделов, руководители федеральных ведомств и структур. Началось совещание с вручения грамот по случаю прошедшего Дня молодежи Денису Александрову и Алене Хмедгалеевой. Затем руководитель муниципалитета довел информацию о текущих работах в поселениях по национальным и партийным проектам, инициативному бюджетированию. Сегодня район вошел в стадию заключения контрактов, то есть исполнения, я имею в виду, вот июль, это начало второго полугодия текущего года. Значит, мы очень много объектов отконтрактовали. Сегодня мы занимаемся тем, что идет исполнение этих контрактов. Ну и в какой-то части, значит, да, еще идет контрактация, но это в большей части на экономию тех средств, которые получены экономией от проведенных контрактов текущих. О подготовке к отопительному периоду рассказали представители газовой службы Валерий Сирюков, Челябоблкоммунэнерго Александр Александров и районных электрических сетей Андрей Апсан. Будет проведена покраска подземного газопровода, надземного газопровода низкого давления по улице Колхозной, это в поселке Карагайский, протяженностью 800 метров. Также будет произведен ремонт отопительной системы головного ГРП в поселке Межозерный. На двух ГРП, на второй и третий, будет заменено автоматическое газогорелочное устройство. Так, ну и планируется приборная проверка 39 километров газопровода. Это Урлединский, Карагайский, Углицкий, Томицкий, Новотомицкий. Это будем проверять на повреждение изоляции. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Наталья Забирова рассказала об итогах посевной кампании, сегодняшних работах фермеров и привлечению молодых аграриев по программе «Агростартап». Сегодня мы знаем, где мы можем купить свежее мясо. Это уже хорошая традиция в субботу. Да? Нам даже горожане приезжают из ближайших городов. Значит, осенью мы должны понимать, где мы будем иметь овощные ярмарки, на каких площадках. Можем приобрести свежие овощи непосредственно от производителя. То есть вот эта задача такая существует.